Жало, Sting 2024 года. Пропустил как-то мимо себя, наверное, потому что я не подписан на канал с трейлерами, где вот этот трейлер вышел, а на том, котором подписан Киномен. Он не вышел почему-то, Movie Collection, месяц назад, но мне кинул друг трейлер, посоветовал как интересный. Тут, короче, синопсис. Маленькая девочка находит какого-то странного паучка и прячет его. Давайте посмотрим, что тут будет происходить. Студио-канал. Это французская, по-моему, да? Или европейская. Тут Studio Channel. Шарлотт! Шарлотты? И паутина Шарлотты? Hey there, little guy. We're gonna call you Sting. Cool. Ну, конечно, он графонистый паучок. Еще сзади такая красная полоса, как у Черной вдовы или что-то такого паука. Okay. Ты, блин. Hey, mom. Бабака, бабака. What the hell happened to it? Rats. Крысы. Серьезно? Nasty? What the? Where does spider grow? In a couple of hours. Ah! There is noise. Не говори. Вот паучок необычный, достаточно большой. Был даже слишком. You got a problem with doors? Now we have to deal with this together. Серьезно? Ну, блин, выглядит интересно. Я давно не видел фильмов каких-то с тематикой пауков и такие пауки-мутанты. Или, не знаю, это сверхъестественный, может, паук какой-то. Вряд ли, просто, наверное, типа мутирующий, быстрорастущий паук. Помню, в нулевых был какой-то фильм про пауков как раз. Очень хорошо снятый, качественно, надо отметить. Там, короче, ну, такой тихий городок, в такой полупустынной местности. Мимо него проезжает, ну, по классике, грузовик с какими-то химикатами. Так у меня... Фу, блин, испугался, что у меня звук с микрофона и не идет. Проезжает какой-то грузовик с химикатами всякими. То есть, там, по-моему, он сам не разбивается, но теряет что-то, по-моему, бочку, что ли, или несколько бочек. Я вот в этот момент не уверен. Ну, прям хорошо мне запомнился, фильм был интересный. В остальном. И типа это попадает в воду, и местные пауки начинают расти постепенно все больше и больше и больше. Там один из охуенных моментов был, когда группа этих, ну, просто такие парни на байках, они там на мотокроссах разъезжали по треку, и тут на них нападает стая пауков и гонится за ними, и они на мотоциклах быстрее-быстрее уезжают, и там пауки быстрые, такие прыгучие, и постепенно там они одного за другим схватывают, типа... Они этим на байках взлетают вверх там, на каком-нибудь небольшом холмике, пока когда едут так вверх, и сзади пауки, и, например, двоих схватили, и хуп унесли, сожрали, что-то такое. Вот, и там потом местные жители собрались в супермаркете, в молле, короче, местном, и дали отпор, ну хуёво, и потом еще там в шахтах было... Не цикладка, как, короче, гнездо, короче, их пауков, да. Хорошо, хорошо снятый фильм, на удивление, качественно для тех времен. Графика неплохая. Не фонтан, конечно, но неплохая была. Там эти пауки гигантские. Вот, тут что-то подобное, только девочка будет сражаться с жалом, которого и породила. Ну, не убила.
Типа, фильма бы не было, если бы она его прихлопнула просто. И все. Нет, взяла, баночку посадила. Вот. Шо. Coming soon. Тут даты выхода нету. Шарлотта. А, 2 мая уже скоро. Надо не забыть, как всегда. Ну, рано или поздно посмотрим. Вот. Хорошо. Ссылка на все ссылки в описании. Увидимся.